Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на новинку от компании CM, модель под номером 48186, модель самолета С-18С. Ну, первое, что у нас красивый красочный буксор. Далее коробка с плотного картона. Инструкция и декаль. Декаль компания CM печатает на новой бумаге. Новые декали отличные. Далее инструкция. Посмотрите номера красок, которые нам предлагает компания CM для окраски данной модели. Дальше инструкция, тут технические характеристики. На первом развороте у нас литники. Красным цветом обозначаются детали, которые не используются при сборке. Подробная инструкция. Каждый шаг очень хорошо расписан. Это очень будет, как сказать, интересно не только опытным моделистам, но и новичкам. Мне инструкция очень нравится. Каждый шаг, что, куда, в мельчайших подробностях все это расписано. Ну и тут у нас получается один вариант декали. Один вариант окраски. Дальше пакет с пакетами. Так, и остекление. Модель на 48 масштабе, поэтому довольно-таки большое остекление, то есть через него будет все видно. Поэтому при сборке уделите внимание нижним частям модели. Так, ну вот оно, наше остекление. Остекление отлито, все четко. При просмотре текста через остекление искажения нет. Вот я сейчас смотрю, у меня здесь небольшой текст. То есть при сборке, как я сказал, значит, внутренние части кабины будет хорошо все просматриваться. Так, ну дальше наш сам самолет. У нас есть расшивка, расшивка четкая. Расшивка, кстати, хочу обратить внимание на расшивку, что она реально классная, потому что на 72 масштабе, что на 48, у компании CM расшивка очень хорошая и четкая. То есть ее прорезать будет не надо, все видно, все. Даже после окраски там всех этапов тонировок, расшивку, все это будет видно. Поэтому мне это очень нравится. Так, толкатель на внутренних частях элементов. Дальше следующие два литника, это у нас крылья. Также расшивка, все четко, тут лючки, все пролито, все замечательно. Каких-либо дефектов на данных никак нет. Толкатели на внутренних частях элементов. Модель достаточно, кстати, хочу обратить внимание, большая. То есть здесь она получается у нас по размаху крыла 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 см. Такая приличненькая модель. Это классно. Большие модели хорошо смотрятся. Дальше сразу три литника покажу. Тут у нас они разные, но каких-либо дефектов, сами видите, на данных литниках не обнаружено. Нету. Все сделано, все хорошо. Так, шасси у нас получается выполнено в виде единого целого, то есть никаких там половинок нет. На шасси присутствует протектор. Также все болты пролиты хорошо. Дальше следующий литник. Вот у нас детали самолета. Тут также присутствуют детали, где есть расшивка. Расшивка пролита вообще замечательно. Еще у нас одни шасси. Это, по-моему, те, которые красным покрашены. Инструкции, которые не используются. Вроде это они. Так, также большое количество присутствует мелких деталей. Хочу обратить внимание на то, что все пролито вообще классно. То есть нет ни дефектов, ничего на них нету. Ни ни стыка пресс-форм, ни обоя, ничего нет. То есть спокойно отрезайте и клейте на нужное место.
Ну, на этом завершим наш обзор. Если вы увлекаетесь авиацией, 48 масштабе, то я считаю, эта модель обязательно должна быть у вас на полке. Всем спасибо, всем пока.